Друзья, тут своя абсолютно атмосфера в этой станице Благовещенская. Вот там вот у нас бар, как прям в Твин Пиксе. Единственное живое место в городе. Оттуда выходят, заходят там пара людей, кто-то даже танцует. Музыка гремит на всю округу. И вот еще за мной аквапарк. Не знаю, работает или нет. Двигаемся к побережью. Сзади нас лиман, точнее сбоку. Слева тоже лиман. Всюду лиман. До моря дойти не удалось, там стая собак охраняет надежно курортность Благовещенск. Попробуем другой подход. Вот такой вот путь на пляж. Надеемся, что в этот раз без собак. К морю подошли, выглядит очень опасно. Настоящий анапский прибой. Сама по себе станица на местном сленге «благо» ничем не примечательна. Это удаленный бюджетный район и так весьма бюджетный на шкале Черноморского побережья Анапы с гостевыми домами и парочкой гостиниц. А говорят, гостиницы Краснодарского края переполнены. Взяли местные клубнички. Надеюсь, что местная. Ну-ка. Блин, нифига себе, реально вкусная, реально клубника, а не вот это вот все из магазина, очень круто. Мы сейчас идем из района Санта-Барбара, да-да, вот именно так называется квартал нашей гостиницы, пляжу, а дальше к лиману. Кажется, собирается дождь, но нам не страшно, ведь мы в Анапе. Дымный Twin Peaks. Поехали. Атмосфера. Центральный проспект, связывающий две части Благовещенска. Курортную и рабоче-крестьянскую. Здравствуйте, а скажи, у тебя пляж, как на пляж пройти? Прям. Вот прям вот, по полушке по той? Да. Чтобы пройти к пляжу, необходимо преодолеть первое водное препятствие. Ну и собачки, естественно, тоже с нами. Ну, люди, кстати, идут. А собачки купаются. Вот так вот до пляжа дойти. Начинается цивилизованная аллея. Красота, курорт. Достаточно теплая вода. Побережье Анапы, оно отличается от сочинского, потому что здесь вот такие пологие песчаные пляжи. Поэтому в Анапе принято считать, что это такой отдых с детьми. Но купаться мы здесь не будем, мы все-таки поедем на косу. На косе должно быть еще интереснее.